зеленое небе. Чуть не очень хочется. Этого я пока, ребят, вот звук отключу, братика. Я возьму вот так вот, да, здесь. Там глянем. На самом деле, вот этот билд мерзкий, да, тоже пролазит. И монополия есть, и мультикаст, и лазер есть, которому вчера играли. Так не хочется этим заниматься. Ну, посмотрим. А так, волт репка, лейт с квапой таурен, это понадежнее выглядят, но... В любом случае. Я не буду вот это все покупать. Дубликат Клокверка хороша, но я не буду. Ради одного дубля не буду. 10 экономики. Так. Потому что мультикаст есть, очень часто на престол сяду. Вообще часто. Готовый престол, это хорошо. Павел, привет. Гронан. Ну, в принципе, тут можно было и взять. Ну, да ладно. Попереключаю, ребята, вам этот экран. Все равно глянем, что у него происходит. У него интересный момент. Все еще красный стрик. One of Book of Dead. Хумов ставят на раунд. Уверенно играют. Четверочку урона получили. Четверочка, не восьмерочка, я думаю. Хорошо очень. Все придержим. Шушушка только у него, только выигрываю. С остальным проигрываем. И по урону хорошо вроде. Не так душат. Три меха, нам бесполезно ставить мне их. Все-таки мультик там есть. Цемочку буду рейтить. Узнаем. Просто буду смотреть, кто какие варианты в голове держит. I'm sure.
Так, эльф Хантер вижу тут. Мандарен, ну, мандарен. Карточек нету, да. Мандарен Таурена есть. А шаман через дизраптора. Может, все получится тоже. Дарские названия песни сейчас кину вас. Сейчас попробую. Марси, Террорблейд, ну эльф занят. Просто легионку поставлю. Дуэльку зафармила. Да. Крипов дефнуть. Я на самом деле не хочу рисковать. Так, сделаю. Я думаю, так нормально будет. Через лазер не буду играть. Тут я не хотел деньги тратить. Репка будет предпочтительнее. Могу все остальное тоже сыграть. Плюс дуэльку сделаем. О, обязан капитал тут брать. Капитал все равно мы возьмем. Стал не самый лучший, но все равно рабочий будет. 60 на следующий ход будет. Ну, нормально. Четвертом не хотел дефать, мало ли там какая трагедия могла произойти. Хотя мог. На тоников, ну разминочную пусть играем лучше, не на максимум. Тут получше 60 экономики, да? У нас фул, ну не фул стрик, а с ангусами все в порядке. Мы будут. Все равно все надежненько выглядит. Ладно, может прийти. Полетели вертолетики! Все равно панду буду продавать. Классико. Вупа, привет.
просто ради дуэльки буду ставить это. Классико. Хилс Дота, привет. Авточес Форевер, привет. По голде проигрываем. Немного проиграем. Таймер вроде зарандомил получится. Классико. Классико. Здорово, ребят, всем. Воля, пирти. Так, в общем, я пошел фармить бахашкой. Следующий ход 80-ка будет. Клипов вроде деф, но... Да, он как раз в этот билд и пошел. Эльфов, кстати, забанил. Вроде хантера банят, эльфов тоже хорошо, да. Нормально получилось. Дуэльки тоже пригодятся. На крипах пригодятся там. Подефаемся, нормально все будет. Голду свою накопим. 70 экономики имеем. Тут что-то, где-то я видел экономику. А, вот-вот, HTML маркер. Вон на пандах. ТБ надо взять, наверное, или пальчик. Все, разберемся. Так. Просто разберу. 80-ку сделаю. Это оставляю точно. Это точно оставляю. Надо крипов дефнуть. Да, пальчик. Паджик undead, то спектри нету, гера есть, но может как там Т2 нам что-то сделает. Ну да, Т2 пригодится нам все равно. Давай попробовать так дефнуть. Да. Так будет. Урона много, но и мало в то же время. Хмов не смог поставить. Хмов ролил.
Классико. Спасибо от души. Зомби нужен. Следующий ход может мы встанем, посмотрим. Зомби, кстати, на 4 андеда мне даст. Хотя они особо не нужны, но... А как-то же надо хп ставить. Крейнис, привет! Урона все равно много. Дефаемся прям очень хорошо. Ну, успеем добить, да? Да. Идеальный луз. Гуми ПСФ? Не-не-не. Не-не-не, ми ПСФ плохо. Сильнее есть расклады, поэтому... Экономики в порядке все, да, полном. Без хумов, но так получилось, что без хумов стоим, хоть хпшку ставим. Ну да. Все, не успел нажать у меня. Манга очень много, хп очень много. Так, нормально должно быть. Там монополия есть, я в принципе этого подержу. Да, бару я, видите, подержал. Все в порядке. Я даже думал, так сделаю. Nice.
Я без хумов уже буду дальше доиграть. Сейчас доролю просто. Что там будет? Зомби мне много даст. Да, много вариантов у меня хороших. Ассасинов монополят, самонополят. Да. Да. Чуть получше могли ПП подсейвить. Вот Undying. Вот Мипосеф тем более уже был. У него очень много было голды, и он очень плохо сыграл. Пошел больше всех, имея голды на пандах, пошел Мипосеф, он лейт мог выиграть, но сейчас посмотрим. На деле это ужасно. Вот. Вы хотели, чтобы я еще шел? Ну, кто-то хотел. Вот Warlock, Sunfire, Elder. Это все на самом деле идеально. Просто это лок, но... На локте это не буду. Так, пока сделаю. Это локнул, там дорогу. Доролим, все хорошо будет. Сейчас сделаем, потом доролим.
Сейчас еще заберем тут кое-что. Дефает пока. Все сделаем. Две штучки, одна штучка, дальше там разберусь. Просто это я забираю, ну, продаю точнее. Ну вот я мипаря выбил, ну пробил спокойно, он имел больше возможностей, чем я. Он... Зачем он пошел мипаря? Так же, как и мне кто-то говорил, что мипаря надо идти, это плохо. Это я потом буду пробивать, у меня леги найдутся, усиления еще найдутся, еще этот гиря можно брать. Дополнительно что-то. Можно наг здесь ставить, условно. Найду варианты. 4 НД это плохо, потому что спектры нету. Было бы 4 НД, палочек бы оставался. Так могу добавлять. 4 тролля тоже плохо. Не знаю, тут усиление искать. А, вокер хорошо, дизраптор хорошо. 4 ворка возможно будет. Если дизраптор будет играть. Буду доралить. У меня голема он успел дать вовремя. У меня голема дал. Два инвокера или манта это? Манта, да. Да, манта зашла. Манта, кстати, много дает. Такой ситуация. Сначала его лапать буду. Ну, тридентом я легко его выбью. Тут, понятно, тут я, ну, имеется в виду, пробью.
крипов. Потом посмотрим, как мы тут сыграем. Триден. Торн. То есть паджика я продам. Паджика продам. И варианты тут найду. У меня и будут Торн. И этот и Трident остается. А, хекс могу делать. Давай вот на мультик. Текст потом сделаю, разберу. Ну, всякий вариант могу делать. Найду. Энерджи, да, не хватает еще. Даже хекс могу сюда дать. Спасибо от души. Вот как вот так сделаю. Да, у меня все в полном порядке должно быть. Такого парня может потом сыграть. Буду смотреть, да. Я его могу продать тоже. Веника условно ставить. Клопа там будет. Если мне шмотка понадобится куда-то в другое место. Так, в порядке. Ну, в троечку. Да, хотел ты 3 хекс нужен, бэт. Пока что. Тут успевать не буду, тут манты еще есть. Так, снайпку хочется. Хотя Владимир не профи не был таким столом. Да мультик надежнее. Просто я еще могу сохранить.
Книжка могла бы прокой тоже голда, да, все хорошо было. Мог не выигрывать, я не знаю, вот ассасина мог не выигрывать. Пока что мне, я же еще буду набирать свое усиление, у меня еще будут. То есть он с алемами, это сейчас именно так играют. Вот, за счет алемов. Стоен, вот, да-да-да, вот. Пятый раунд. Вот орк. Орка можно взять. Что-то еще можно взять. Бейтстоун мне дает. Блуторн. Ну да, тут я хорошо играю, уверен. Ассасины остались. Четыре орка сделаем, чтобы у нас вообще не убил. Дум здесь уже не нужен. Остановочку сделаем, все сделаем. Теперь 5 шмотку, кстати, собрали тоже. Зарандомил. Ну, зарандомил такое себе, но... Так сделаю. Ответка будет. Не last round, это все. Снэпка близко у меня. Четыре орка, чтобы у меня просто времени было больше, пока что там дэмэджа не хватило. Снэпка это 3 будет, я все равно справлюсь. О. Себя побеждаю. Еще усиление будет. Еще много усиления. Ой, как ритуалечки-то работают. Ладно, я без двойки расправлюсь. Просто хочу доролить сэф полос, ладно. Там сдались. Вот алхимик. Не дали нам стол покрасивее сделать. GG. Пончики зафармили.